Добрый день. Меня зовут Лара Шум, и я благодарю вас за то, что вы подписались на мой канал, смотрите мои видео, а также делитесь ими в своих соцсетях. Благодарю вас за поддержку моего канала, за перевод донатов. Это можно сделать всеми возможными способами. Под этим видео есть ресурсы, через которые вы можете перевести донат. А мы продолжаем исследовать себя на наличие возможных деструкций, влияющих на наше самочувствие, наше настроение, наш настрой побеждать и идти вперед. Исследуем критично, осознанно, то есть без самобичевания, а из точки наблюдателя. Сегодня у нас пятый элемент – это страх. Задумывались ли вы когда-либо над тем, сколько раз в день вы отказываетесь от чего-то из-за страха? Незаметного, тихого, шепчущего вам откуда-то из глубины. «Погоди, не спеши, зачем тебе это? Может, не сегодня? Может, не надо?» Страх закрадывается медленно и в самый неподходящий момент начинает шептать. Страх, который говорит с вами громко, уже осознан вами, и с ним уже можно работать. Хуже дела обстоят с теми страшилками, которые вы по неопытности чувствовать интуицию, распознаете как не время. В результате вы ничего не предпринимаете и грустно киваете головой. Ну, такова уж моя жизнь, таковы обстоятельства. Ну, что поделаешь? Видимо, не сейчас. Это и есть не время. Страх — это самое большое препятствие на вашем пути к счастью, к благосостоянию, к жизни полной изобилия. Он самый большой враг для мечты и целей. Именно поэтому важно научиться распознавать страх в его корне, смотреть на него как на вашу необходимость действовать именно сейчас, глядя на него. Идти вперед, ничего не откладывая. Распахните широко дверь навстречу жизни и счастью. Выбирайте действовать. Каждый раз, когда вас что-то изнутри останавливает сделать шаг, вы кому-то не пишете, куда-то не идете, что-то не делаете важного для своего будущего, потому что вам кажется, что не время, не случай. Потом, завтра, летом, в следующем году. Позвольте Вселенной все устроить наилучшим для вас образом. Сделайте свой шаг. По поводу протекающих сейчас во всем мире событий, это тоже страх. Осознайте, где действует на вас энергия страха. А где в этой ситуации зона вашей ответственности? Вы предупреждены? Значит, знаете, как оберегаться от вируса самой болезни, оберегать своих детей и близких, как быть вне зоны риска, и это физика. Предупрежден, значит, бдителен и спокоен. Вы находитесь в гнетущих энергиях повсеместной паники. Вирус паники тоже заразен и опасен. Его можно преодолеть, только уйдя внутрь себя. В вашем внутреннем мире ему нет места. Он внешний. Информационный фейковый вирус инфополя сейчас сильно загрязнено. Поэтому принимайте только проверенную информацию от ваших знакомых врачей, друзей и знакомых, соприкоснувшись с проблемой ближе.
те, кто ее знает изнутри. Фильтруйте информацию, не погружайтесь головой в низковибрационные инфополя. Берегите себя. С вами была Лара Шум. Хорошего вам дня. Будьте смелыми.